Но он для тебя достаточно легкий, потому что это вилка 80-110, по-моему, или 100... Да-да. А прямым. Быстро надо работать. В данном случае из фронталки вывести его вот так вот надо. Сейчас быстрым кадрцы на ключе. Оттормозил. Отпустили диван. Дали крылу лететь. А потом, когда уже наскучит, просто так на крыло смотреть. Начинаешь просто смотреть в землю.
работать. Твоя задача только получать информацию. А на месте, вот прямым стартом, чтобы... Видишь, сейчас ветер плотно на месте. Ну, в принципе, вот. Ну, все, раз, два. Кренчик дал, видишь, на грузочку все. Так, пошло выравниваться, тормозил. Дал лететь. Пошел опять крен. Нагрузил, поработал клеваночкой. Когда ветер неравномерный в роторной зоне, это ничего. Вот, видишь, нагружаем, поработали, остановили. Так поработали. Можно поучиться из крена выводить его на прямой старт. Вот крен пошел, раз, работаешь это и пошел. Вот он из крена прям прямой старт с горы. Всякое бывает, мало ли, подул ветер боковой. Вот он кренчик, да, подул. Вот, раз, развернулся этой, поработал. Вот не буду. Полстарт. Надо быстрее. Когда новый купол. Тебе так недельку часов по 5 по наземить и килограмм 20 минус. Ну смотрел всякое, да. Thank you.
лодкой. И полетели с горы, полетели. Сложно перемещаться, но когда ты знаешь, что делать, не так все сложно. Три ряды, они желтые. Там разные цвета на разных пропонах, да? Так, у нас А, Б, С, С, третий. Третий, да? Да. Просто разгружается крыло и становится как трусы на веревках. А в воздухе тоже можно? Можно сорвать. Сложение Б свал, так проходит. Ну да, еще месяцок побегать. Набегался?